Привет, ребята! Мы с моим другом Клоуном сегодня хотим отправиться в очень увлекательное путешествие и хотим позвать вас с нами. А путешествия будут в увлекательные города, а в наших городах спрятаны профессии, так что будем их учить. А путешествовать мы будем на очень разных транспортах. И первое, на чем мы полетим, это на самолете. Руки ставим мы в разлет. Появился самолет. Мах крылом туда-сюда. Делай раз и делай два. Раз и два, раз и два. Руки в стороны держите. Друг на друга посмотрите. Раз и два, раз и два. Опустили руки вниз. И на место все садись. Вот мы с вами и приземлились в городе Врачи. Врачи – это очень умные и добрые люди. Они знают все про каждую болезнь, про каждое лекарство и всегда готовы нам помочь, когда мы заболеем. Так вот, давайте посмотрим на рисунок. Посмотрите на рисунок. Это у нас доктор, а это пациент. Давайте посмотрим на нашего доктора. Так, у него есть белая шапочка и белый халат. Также у него есть стетоскоп. Благодаря ему он может нас послушать. Также есть шпаты. Когда мы болеем и доктор просит нас открыть ротик и сказать «А-а-а», он работает с таким вот шпателем. Так вот, это наше первое задание. У каждого доктора есть свои инструменты. И нам надо сейчас помочь найти их. Так что посмотрим. Первое, что нам попадается, это круглый мяч. Как вы думаете, нужен доктору мяч? Правильно, нет. Следующее, это микстура. Посмотрите, она нужна доктору. Например, когда вы заболели, ее надо выпить. Обводим ее в синий кружочек. Следующее, это скакалка. Нужна доктору скакалка? Нет, правильно. Так, посмотрим. Шприц. Он нужен доктору? Правильно, нужен. Обводим в синий кружочек. Следующее – это стетоскоп. Он всегда должен быть у врача. Обводим его. Благодаря нему он может нас слушать, наши легкие. Следующее – это, например, ласты. Скажите, а зачем нам ласты? Мы можем плавать, но ни в коем случае не лечить, не подходит. И последнее – это градусник. Я думаю, вы все знаете, что такое градусник. Вот мы и собрали аптечку для нашего доктора. И по желанию вы можете его разукрасить. Вот мы с вами и помогли нашему врачу. А сейчас мы попадем к ветеринару. Ветеринар – это очень важная и увлекательная профессия. Врач лечит людей, а ветеринар – животных. Так что мы сейчас с вами представим, что мы ветеринары и поможем нашему другу. Дети, скажите, пожалуйста, кто это? Правильно, это Мишка. Он очень быстро бежал и упал. И нам надо ему помочь. Для начала нам нужно вырезать ластик. Вот мы с вами и вырезали наш пластырь. Теперь давайте клеить. Ищем циферку 1. Вот она. Следующая цифра 2. А скажите, пожалуйста, какая цифра идет после 2? Правильно, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Цифра следующая. 6. Нашли и приклеили. Так, потом идет цифра. Какая? 7. После 7 идет цифра 8. Вот она. После 8 цифра 9. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последняя 10. Давайте посчитаем все вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! А сейчас мы с вами отправимся дальше, в другой город. Так что давайте представим, что мы шоферы. Едем, едем на машине. Нажимаем на педаль. Газ включаем, выключаем. Смотрим пристально мы вдаль. Дворники считают капли. Вправо, влево чистота. Волосы ерошит ветер. Мы шоферы хоть куда. Вот мы с вами и прибыли в новый город. Город поварян. Всем людям необходима еда. Еда нам дает хорошее настроение и бодрость. А где мы ее берем? В магазине. А кто в магазине всегда нас встречает? Это продавец. Продавец – это человек, который стоит за прилавком. Он помогает нам выбрать еду, взвесить ее, и потом мы ее покупаем. Давайте посмотрим на рисунок. Посмотрите, пожалуйста, это у нас продавец. У него есть фартук и бейдж, где написано его имя. У продавца есть весы, где он может взвесить продукты. Также это можно назвать все вместе прилавок. И, конечно же, выбираем продукты. Также мы сегодня с вами познакомимся с профессией повар. Дайте повару продукты: мясо, птицы, сухофрукты, рис, картофель, и тогда будет вкусная еда. Повар у плиты творит, как на крыльях он парит. Все бурлит вокруг него, кухня – кузница его. Каждое его творенье – просто сказка, объеденье, мысли, творчество, полет. Тот, кто пробовал, поймет. Посмотрите на рисунок. Это у нас повар. Повар одет в белоснежный фартук и, конечно же, в колпак. Колпак прикрывает волосы повара, чтобы они не попали в еду. А фартук у повара всегда должен быть чистым. Дети, давайте с вами представим, что мы повара. Но перед тем, как приступить к готовке, что мы должны сделать? Правильно, помыть руки. Давайте приготовим наши ручки. Представляем, возьмем мыло, намылим. Теперь сполоснем их и струсим. Ну что, теперь можем приступить к нашему заданию. Давайте сварим суп и компот. Для этого отправим продукты в нужные кастрюли. Белая кастрюля – это суп, красная кастрюля – это компот. Смотрим. Первое – это у нас что? Капуста. Куда мы ее отправим? Правильно, в суп. Следующая – морковка. А ее куда? Правильно, тоже в суп. А это красивый, большой, вкусный, фиолетовый что? Виноград. Отправим его правильно в компот, в красную кастрюлю. А рядышком с ней лежит свекла.
А свекла это у нас что? Овощ. Отправим, конечно же, в суп. А вот это что у нас? Подскажите? Правильно, сливы. Их отправим мы в компот. Рядышком с ними лежит красивый апельсин. Отправим его тоже в компот. А скажите мне, пожалуйста, это что? Красивое красное яблоко. Куда мы его отправим? Правильно, тоже в компот. И какой же суп может быть без чего? Без картошки. Отправляем в нашу белую кастрюлю. Следующий у нас лук. Он идет в компот? Нет, правильно, тоже в суп. И последняя зеленая, большая, вкусная груша, которая отправляется в компот. Молодцы! Эй, ребята! Мы с вами познакомились с новыми профессиями. Это повар и продавец. О, что у меня с прической? Посмотрите! Надо срочно отправиться в город парикмахеров. И отправимся мы на пароходе. От зеленого причала оттолкнулся пароход. Он шагнул назад сначала, а потом шагнул вперед. И поплыл, поплыл по речке, набирая полный ход. Вот мы с вами и прибыли в город парикмахеров. В этот чистый светлый зал с чувством радости всегда ходит стар и ходит мал, так пойду и я туда. Если слишком я оброс, в кресло я усяду смело. Мне ведь стрижку для волос мастер сделает умело. Молча в зеркало гляжу, быстро ножницы летают. Я за мастером слежу, как прическу он меняет. С аккуратной головой мастер очень постарался. Возвращаюсь я домой. Как же мастер этот звался? А сейчас давайте с вами сделаем задание. Найдем инструменты, которые нужны нашему парикмахеру. Так, первый это у нас карандаш. Как вы думаете, нужно ли парикмахеру карандаш? Правильно, нет. А ножницы? Давайте посмотрим на рисунок. Ножницами он подстригает наши волосы. Конечно же нужно. Давайте обведем. Так, следующее у нас зеркало. А зеркало нужно? Конечно, мы в него можем смотреть. Тоже обводим. Так, смотрим. Якорь? Якорь нужен для чего? Для корабля, но точно не нашему мастеру. Следующее у нас расческа. А ну, посмотрите, пожалуйста, что он ей делает. Она нам тоже нужна. Так, следующее это будет у нас чашка. А чашка нужна? Нет, правильно. А у нас что такое? Фен. Фен нужен для укладки или высушить волосы. Значит, он нам нужен. И это у нас баян. А скажите, пожалуйста, что это вообще? Это музыкальный инструмент, и он нам не нужен. Вы должны еще раскрасить инструменты нашего мастера. Удачи! Ребята, посмотрите, какая у меня стала прическа. Спасибо нашему мастеру. Вот и закончилось наше путешествие. Спасибо за внимание. До новых встреч!